Состоялось открытие первой смены летнего пришкольного лагеря. Для 150 губкинских мальчишек и девчонок распахнула свои двери шестая школа. Отметим, что в 2017-м на содержание пришкольного лагеря выделены дополнительные средства, благодаря чему дети смогут находиться в лагере с 9 до 18 часов. Сформированы 6 отрядов по 25 человек. Отряды у нас разновозрастные. Средний возраст от 7 до 14 лет. Первая смена летнего пришкольного лагеря будет работать до 26 июня. В планах организаторов провести десятки мероприятий для ребят. Торжественное открытие первой смены лагеря намечено на 6 июня. Тема у нас будет экологической направленности. Программа называется «Зеленая планета». Все мероприятия будут проходить экологической направленности. Большинство мероприятий. Ну, также и спортивные мероприятия, конечно.